Во всем мире тенденция к волонтерству получила широкое распространение и стала мировым движением. Например, 2,5% мирового ВВП – это результат волонтерского труда. Как это движение развито в нашем регионе? Увеличивается ли число волонтеров? Об этом в нашем следующем материале. В нашем регионе тоже немало волонтеров. Волонтерская деятельность играет важную роль в осуществлении реформ и модернизации государства в целом. То есть волонтеры своими действиями вносят реальный вклад в реализацию важнейших реформ. Волонтер болушин үш қағидат бар. Чтобы стать волонтером, есть три принципа отбора. Во-первых, он должен действовать добровольно, без принуждения. Во-вторых, его действия должны быть общественно полезными. В-третьих, то, что делает этот человек, должно быть бесплатным. Все должно быть безвозмездно. При наличии всех этих трех принципов он будет являться волонтером. Отметим, что есть волонтерские группы, которые работают в международном масштабе. Не только по области, но и по республике тоже. Одним из них является лидер КИЗ, который работает в республиканском масштабе. В этой группе есть граждане разных социальных групп, есть граждане, которые служили в правоохранительных органах. Целью волонтерского движения «Лидер КИЗ» является оперативный поиск пропавших граждан. Там, как говорилось ранее, разные категории граждан. Активность волонтеров в стране растет с каждым годом. Об этом говорит и статистика. Радует то, что среди молодежи один из двух является волонтером, работающим бесплатно для общества. Айгуль Тлиулина, Адильжан Сайлаубеков, Алимжан Ахпаев, 77 News.